Новым президентом «Амкара» стал Геннадий Шилов, до этого занимавший должность вице-президента клуба. Как сообщает официальный сайт «Амкаровцев», Шилов был избран единогласно на общем собрании членов общественной организации «Перми» футбольный клуб «Амкар». Напомним, предыдущий руководитель «Амкаровцев» Валерий Чупраков 20 декабря минувшего года подал заявление о добровольном досрочном прекращении своих полномочий. Тем временем «Молот Прикамья» переместился из Казахстана в Иркутскую область. В Ангарске нашей команде предстоит сыграть два спаренных матча против местного «Ермака». Предстоящий соперник – аутсайдер восточного дивизиона. «Молот» же после обмена победами в Усть-Каменогорске с местным «Торпедо» занимает третье место в сводной таблице высшей хоккейной лиги. Встречи в Ангарске «Пермяки» проведут 21 и 22 января. Нападающий волейбольного клуба «Прикамья» Сергей Никитин вернулся из очередной командировки в юношескую сборную России. В составе этой команды перед новогодними праздниками он прошел учебно-тренировочный сбор в Новогорске, после чего принял участие в отборочных соревнованиях к юношескому первенству Европы в Австрии. Никитин выходил на площадку во всех пяти матчах сборной России с командами Чехии, Греции, Дании, Австрии и Португалии. Подопечные Владимира Кондры выиграли во всех встречах и завоевали путевку в финальную часть первенства Европы, которая состоится в конце апреля в Турции. На базе спорткомплекса «Пермские медведи» прошло открытое первенство Перми по биатлону. Несмотря на морозную погоду, соревнования получились довольно массовыми. Награды оспаривали порядка полутора сотен спортсменов. Вчера у нас были спринт с двумя стрельбами. Сегодня гладкие гонки. Вчера присутствовало у нас, значит, 5 регионов, 47 юношей, 17 девушек. Сегодня на гладкие гонки приехало больше людей, порядка 70 человек. Но в связи с тем, что прохладная погода, мы сократили дистанции. Вместо 7-6 километров мы сделали 5-3. Потому что прохладно, тем более в городе 21 сегодня утром было, а здесь еще прохладнее. Побороться за призы соревнований приехали представители нескольких территорий края. Помимо пермяков, награды оспаривали биатлонисты Кунгура, Добрянки, Чайковского, Соликамска и поселка Майский. По итогам этих состязаний будет формироваться сборная для участия в дальнейших стартах зонального и всероссийского уровня. Сезон проходит под главным лозунгом «Спартакиада школьников». На данных соревнованиях у нас идет параллельный отбор в команду, которые поедут на зональные соревнования для отбора на финальные соревнования спартакиады школьников. И вот здесь мы просматриваем как раз, вчера просматривали, сегодня спортсменов, которые попадут на эти зональные соревнования. Зональные соревнования спартакиады школьников пройдут в Саранске 28 января. Олег Романов, телевизионная служба новостей.